Получение диплома о высшем образовании – это еще не финиш. За ним следует долгий, не всегда успешный поиск работы. Как найти свое призвание, выбрать работу по найму или открыть собственное дело – об этом ивановским студентам рассказали в ходе форума работающей молодежи, который стартовал в пятницу. Наш форум направлен на три категории нашей молодежи, наших юных ивановцев, вернее, молодого поколения ивановцев. Первое – это молодые предприниматели, выпускники вузов, студенты, студенты колледжей, старшеклассники. Молодежь, наверное, самая незащищенная в плане поиска работы часть общества. Одного образования работодателям недостаточно. Нужен солидный опыт работы. В этом 20-летние соискатели на должность уступают своим зрелым конкурентам. Все очень сложно, даже не понимаю порой, что вообще я хочу в этой жизни и в каком русле, можно сказать, идти. Кому вообще нужны студенты без опыта вот в нашем мире? Разве обычно всем нужно, чтобы там был человек со знаниями и с опытом обязательно? Зато вчерашние студенты активны и заряжены на работу. В этом несомненный плюс. Как использовать свои сильные стороны при устройстве на работу и грамотно составить резюме, а также об особенностях открытия собственного дела, участникам форума рассказали эксперты по подбору кадров с многолетним стажем. Главное правило – задумываться о поиске работы после окончания вуза уже поздно. О своей карьере нужно задумываться уже в тот момент, когда мы поступаем в вуз. На втором-третьем курсе нужно уже знать всех своих работодателей. На третьем-четвертом курсе уже нужно устраиваться на стажировки, и тогда и опыт работы, и нужные компетенции к выходу на рынок труда у вас уже будут. Форум – уникальная возможность для молодых людей. Полезен он будет для многих. Кто-то вынесет отсюда набор знаний, необходимых для дальнейшего карьерного роста, а кто-то – реальные бизнес-идеи. Главное – воспользоваться возможностью. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.